Газеты «Мели Емеля» сообщает, что Удав-стрит чрезвычайно обеспокоен критическим положением зайцев. Предстоит свадебный сезон. Но что может сделать бедный заяц, если у него шкура ползет по швам? Ничего не сделаешь. Пойду свататься так. Под этой шкурой бьется горячее заячье сердце. За такого оборванца замуж? Никогда! Тогда зачем жить? Прощай, Муми! Конец моих страданий! Ешьте! Ешьте меня! Кого это? Меня! Зайца ешьте! Мы сыты! Иди с миром! Нет! Вы ешьте меня! Ешьте! Проголодаемся, съедим! А теперь не шуми! Ладно! Я подожду! Оказать зайцам сторону помощь! По плану мистера Удава каждому зайцу будет выдано по 7 новых шкур! Ну где? Тотти? Тотти! Муми? Газета «Мели Емеля»! 7 новых шкур! Беги! По плану мистера Удава каждому зайцу будет выдано 7 новых шкур! Чего там? Жить бегу! Жить! Руки вверх! Эп! Покладывайте, кто накинет! Мы волки, сэр! Мы ваши друзья! Эп! Мы должны съесть этого зайца, сэр! Эп! Вы не будете есть этого зайца! Но почему, сэр? Я решил оказать зайцам скорую помощь! Садитесь! Эп! Назад! Садитесь! Есть, сэр! Что тебе надо, мой друг? 7 новых шкур! Эп! Снимите с него эту шкуру! Есть, сэр! Ободрать и сожрать с удовольствием! Эп! Ободрать, но чтоб жил! Нет, сэр! Мы волки, сэр! Мы должны съесть! Эп! 7 раз ободрать, но чтоб жил! Есть, сэр! Мистер Удав, я лучше сам. Эп, снять шкуру. Еще. О, мистер Удав, не надо мне больше помощи. Выдать ему новую шкуру. Есть, сэр. Скажи там своим братьям и сестрам, что еще 6 шкур шьют тебе лучшие портные Удав-стрита. Пусть все идут ко мне за помощью. Почему вы отпустили его, сэр? Это не бизнес съесть одного тощего зайца. А что будет бизнес, сэр? Бизнес? А вот увидите. Братья и сестры, наш добрый дядя мистер Удав каждому из нас выдаст по 7 новых шкур. Папаши и мамаши, по плану мистера Удава будет выдано для каждого зайчонка морковная тушенка. А волки где? Волки? Волки теперь уже не волки. Мистер Удав внушил им добродетель. Проходите, не стесняйтесь. А вы почему уходите? Нам
нам своя шкура больше нравится. Но как же вы будете жить без скорой помощи? Да уж как-нибудь проживем. Бедные ежи. Следующий. Лучшие портные у Дав-стрита для каждого из нас шьют по 7 новых шкур. Сэр, все зайцы оборваны. Шкуры упаковать, а зайцам отсечь, что выдача шкур отменяется. Есть, сэр! Как сообщает наш корреспондент, мистер Удав разъяснил, что выдача шкур зайцам полностью отменяется. Но для того, чтобы зайцы зимой не замерзли, специально для них отгружаются 7 пароходов в сигарет. Вот вам и добрый дядя, мистер Удав. Вот вам и 7 новых шкур. Но ведь Тотти выдали новую шкуру. Боюсь, что недолго он в ней проходит. Почему? А это ты у мистера Удава спроси. Муми? Тотти, мне не дали новую шкуру. Почему не дали? Не знаю, Тотти. Никому не дали. Это недоразумение. Муми, идем к мистеру Удаву. Он всем выдаст новые шкуры. Вот увидишь. Сэр, мне крайне неудобно, что я в такой роскошной шкуре, а моя невеста и все остальные без ничего. Надо вас уравнять. Спасибо, мистер Удав. Спасибо. Снять с него шкуру. Есть, сэр! Ну и живодер вы, сэр. Разрешите хоть теперь съесть этих оборванцев. Теперь да, можно. Вот это настоящий бизнес. Мистера Удава, святейший змей девятый, рассылает по лесам новую молитву о том, чтобы у каждого зайца скорее отрастала новая шкура. Довольно. Не нужна нам такая помощь. Не нужны нам такие молитвы. Без Удава проживем. Давно бы так. Целее была бы шкура.